Во все времена человечество упорно старело, но не с меньшим упорством оно искало средства, способные вернуть молодость и продлить жизнь. Веками философы обсуждали причины старения, а алхимики искали эликсир молодости, восстанавливающий здоровье в старости и дарующий энергию и красоту в юности. А мы с моим спонсором Татьяной Алексеевной Подпоренковой уже ощутили его действие на себе и предлагаем вам познакомиться с ним, вернее с ними, поближе. Вот они, красавцы. Продукт номер один компании «Энпоцерис». Линейка мизотели. Мы сидим с хозяйкой склада, она мне будет помогать рассказывать об этом чуде. Чудо действительно. Потому что сюда входит холин. А что у нас делает холин? Холин это восстанавливает. Это старости, во-первых, избавляет. Это в первую очередь. Он восстанавливает связи между клетками. И клетками это одно, а второе, мы все сборемся со старением. Ну да. Естественно. А это предшественник. Как у нас, да. То есть холин – это однозначно это молодость, потому что это реакция. Да. Вот что. Связи между клетками. Почему мы стареем? Потому что утрачивается связь между клеточками, разваливаемся. Говорят, о, совсем развалил. Развалюха старая. Потому да, развалюха. Вот. Мезобьюти. Ну, это я скажу. Мезобьюти – это вообще чудо. Сейчас мы достанем его. Содержит. Кроме холина. Цинк. Он содержит. Он содержит цинк. И сирен. Знаете, это такая вкуснота вообще, это на вишневом соке. Положена чайная ложечка, одна чайная ложка в день с утра, потому что средство ноотропное. Ну, для того, чтобы мы соображали лучше. Добавить можно? Да. Пожилым людям в возрасте, и тем более, если гипертоники, то обязательно с пол чайной ложечки начинать. С пол чайной ложечки. Ни в коем случае с чайной ложки. Так некоторые, знаешь, сколько? Вот мой сын, например. Потому что он такой вкусный. Это молодой. Да, потому что молодой. Если он хочет не стареть, как говорил Басков, я не хочу стареть, я хочу в 50 выглядеть, как в 35. Так он так и выглядит. Он на 25 да. Вообще выглядит. Вот. А моя невестка? А людям в возрасте обязательно начинать с пол чайной ложечки. Так, и следующий. Это у нас Нео, мезонео. Кстати, мезобьюти, если вы будете пить регулярно в течение месяца, вас не узнают. Вот вы такая, вы красивая, молодая. Вы откуда вообще приехали? Какие процедуры проходили? Почему у вас такая подтяжка? Почему такой цвет лица? Почему вообще молодая такая? Почему ты такая молодая? Как меня спрашивают все время. Еще свое дело делать на головной мозг. Цинк же еще на ферменты и на способность к обучению. Цинк, да, 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 это цинк. А селен – это наша защита от всего. Особенно от студентам. Поэтому эти мезотели все, они наша защита от рака, от инсульта и инфаркта. И на центральную периферическую нервную систему. А я сейчас прочитаю. Периферическую центральную нервную систему. Ну-ка, Танечка, прочитай нам. Это будет самое интересное у нас. Потому что у нас в каталогах там на каждой составляющей есть свои объяснения. На каждой. Вот мезотели. Линейка мезотелей. Давайте покажем. Мезотели внутренние. И все составляющие подробно описано, что делает именно этот продукт. Что селен делает, что цинк делает, что холин делает. Год укола. Главное, все составляющие абсолютно натуральные. И год укола. В наш век, стрессовый век, холин вообще необходим, потому что это на центральную нервную систему действует. А ну-ка, прочитаем холин. Восстанавливает дефицит ацетилхолина в организме, улучшает работу нервной системы, обмен веществ, замедляет процесс старения, выводит из клеток токсины, повышает антиоксидантный статус, повышает устойчивость к стрессу, улучшает текстуру, увлажненность, упругость и цвет кожи, способствует разглаживанию мелких морщин. Вот так, это только холин. А да. Ведь там еще и цинк, и селен, да. Год укола с диризой, да. Которая есть не что иное. В каждый год укола с диризой. А ресвератрол вот только в Нео. Угу. Да. Цинк, самый мощный. Мезотель, да. Бьюти. Бьюти, да. Это действительно ваша красота, я хочу сказать. А цинк это улучшает память, концентрацию внимания, снимает раздражительность, повышает настроение, восстанавливает функцию вилочковой железы, управляющей работой иммунной системы.
А без иммунной системы да. мы ничто. Да, то есть это поддержка иммунитета еще всего. Оказывает положительное влияние на костную ткань, облегчает неприятные симптомы, вызванные артритом, ревматизмом и прочим заболеванием опорно-двигательного аппарата. Прочитай, пожалуйста, показания. Любой мезотель открой. Мы сами сказали, потому что мы сами испытали их действие, правда? Да. Поэтому можем трудиться заре. Так. Что он делает? Допустим, мезобьюти, мой любимый. Улучшает мозговое кровообращение. Улучшает нервно-мышечную проводимость. Улучшение работы центральной нервной системы. Профилактика нарушений мозгового кровообращения и реабилитация после инсульта. Больным после инсульта просто необходим. Повышение иммунитета. Профилактика старения. Общее омоложение организма, профилактика онкопатологии. Что вам еще, господа? Да. И еще есть мезотель ТАПС. Это те люди, которые находятся в дороге, пути. Чтобы таблетировано, чтобы для их удобства. Всегда с кармана вынул таблеточку. Ну вот, дорогие друзья, как-то так. А теперь вам принимать решение. Хотите вы быть молодыми? Хотите быть застрахованными от рака, инсульта, инфаркта, который приходит тогда, когда не ждут, и вообще, когда никаких показаний даже нет? Вообще защита, мезотели – это защита от нашей экологии. От нашей жизни. От страшной нашей и жизни, стрессовой. Да, да. И к тому же это наша это молодость продукт, и наша красота. Написан, не забывайте об этом. К сказанному осталось добавить, что представленная нами с Татьяной здесь линейка мезотелей – это лишь базовый продукт компании «НПЦРИС», созданная вдохновенным трудом ученых нашего Российского института геронтологии и биорегуляции. Поэтому присоединитесь к нам. Молодейте, хорошейте, получайте свою прививку от старости и защиту от вредных факторов окружающей среды. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Елена Корнеева. Счастья вам!